В Ярославле торжественно учредили Союз городов Золотого кольца России. Присоединилась к нему и Иваново. Главы муниципалитетов утвердили устав объединения и подписали партнерские соглашения. Мэр Владимир Шарыпов вошел в состав правления Союза. 19 августа 2017 года мы с вами, 8 мэров городов Золотого кольца, подписали соглашение о создании Союза городов Золотого кольца России. На собрании обсудили приоритетные направления и планы дальнейшего развития туризма. Как рассказал Владимир Шарыпов, с вступлением в Союз Иваново получает массу преимуществ. Обмен опытом, создание общих проектов и, самое главное, возможность развития туризма. По словам специалистов, в этой сфере у нашего города большие перспективы. То, что город Иваново достаточно молодой, я думаю, что это, наоборот, наше достоинство, потому что памятники архитектуры 19 века, начала 20 века, эпохи конструктивизма, тот маршрут, который мы можем посвятить ранней советской истории, он, наоборот, будет дополнять те маршруты, которые сейчас есть в других городах, включая храмы, соборы, Кремли и так далее. Поэтому я думаю, что, наоборот, это наше конкурентное преимущество. Специально для Союза открыли штаб-квартиру в Ярославле. Здесь планируют объединить ресурсы и усилия для главной цели – перезагрузки маршрута Золотого кольца. Сейчас перед членами Союза стоит задача разработать единую туристическую политику и стандарты гостеприимства. Мария Попова, РТВ Иваново.